21 сентября 1917 год родилась Филлис Николсон, британская математичка и физица, наиболее известная своей работой над методом Крэнка-Николсона совместно с Джоном Крэнком. Она окончила Манчестерский университет, защитила докторскую диссертацию по трем проблемам теоретической физики в 1946 году. Ее докторская диссертация началась с исследования космических лучей, проведенных под руководством Лаэша Яноши. Николсон стала опытной числовой аналисткой и опытной пользователькой дифференциального анализатора Хартри. Исследования Николсон в области теплопроводности были связаны с решениями уравнений теплопроводности, и вместе с Джоном Крэнком она исследовала численную устойчивость нескольких методов решения. Алгоритм, известный сейчас как метод Крэнка-Николсона, появился на основе этой работы и был опубликован в 1947 году.